Я думаю, если не было Чингиза Айтматова, мир не узнал бы, что у нас есть такие красивые горы, красота. Многие люди не узнали бы, какая у нас страна красивая, богата природой, озерами, какие у нас добрые люди, не узнали бы. У меня иногда проходит вдохновение, и этому сама удивляюсь. Один мой стих, посвященный маме, я сама написала. Это было во сне. Когда я спала, у меня был удивительный сон, будто что-то было, но это не описать словами. Встала и все написала на листок, все запомнилось. Это был мой первый самый первый стих. Это стих, посвященный маме. Я пишу повести, надо заканчивать в данный момент. Этот повесть о маленькой девочке, о ее трудной жизни. Я хотела ее сначала показать ее какую трудную жизнь, как она живет, как она страдает, как ей живется в нашем мире. Потом в конце я хочу ее обрадовать, чтобы все думали, если плохое что-то начинается, она обязательно окажется счастливой.